Я приветствую всех любителей академической музыки. У меня есть для вас две новости. Плохая и хорошая. Плохая новость. В Тамбове и в Тамбовской области осталось всего лишь два волка. Хорошая новость. В Тамбове по-прежнему есть симфонический оркестр. Из Воронежа до Тамбова на машине по шикарной трассе 2,5 часа, и уже вот она, гостиница Театральная. Всем спокойной ночи. На утро я собрал силы в кулак и провел такую обзорную пробежку по городу. Если есть набережная, бежать всегда лучше по ней. Набережная была, и была река Цна. Вдоль нее я и побежал. Тамбов очень красивый город. Прям приятно удивил. Опрятненький. Улица Советская, вот рядом с набережной, вот между берегом и этой самой улицей, один за другим расположились всякие храмы, монастыри. Правда, некоторые из них это новодел, и вкус сомнительный был у строителей. Вот как, например, эта зеленая часовня. Помимо всего прочего, здесь прямо на территории монастыря влепили опору высоковольтки. Вот ток поступает сюда, и дальше облагороженный уже через монастырь идет к тамбовчанам. Кстати, вот небольшой лайфхак. Послушайте, если бегать с включенным приложением Nike Running и останавливаться, тренировка приостановлена, то вообще не скучно. У тебя есть замечательный собеседник. Продолжаем тренировку. Тренировка приостановлена. Река Цна заманчиво призывала своими песочными берегами, и я не смог устоять перед соблазном искупаться. Я имел счастье искупаться в реке Цна, но не нашел никого, кто бы это запечатлел. Но надо сказать, что вода прекрасная, несмотря на то, что сегодня уже 18 сентября. Правда, потом выяснилось, что местные здесь брезгуют залезать в воду. Короче, в здоровом теле спорт, ты жизнь, вода, всему голова, закалка, тренировка и здоровый дух. Аминь. Тренировка приостановлена. Дальше мы уже пошли гулять с квалифицированным гидом Романом Петровым, главным дирижером Тамбовского симфонического оркестра. Смысл здания, тоже семинария здесь когда-то была, потом что-то с военным связано. Ну пойдемте там храм посмотрим. Семья Ёжиковых. Новый член семьи Ёжиковых. Там тоже фонтан. Здание Тамбовской филармонии уже много лет безнадежно законсервировано. А оркестр на репетиции на концерт ютится в университете имени Державина. Творческий процесс с оркестром у нас закрутился на часа 2-3, как водится, методом проб и ошибок. Об этом и было мною поведано местным СМИ. Какие-то гармонии у нас пока еще плавают, я бы сказал. Вот. Мы будем чистить наши гармонии до блеска просто. Так что... Иногда это сейчас как физгармония звучит, иногда как какофония, но вот так всегда вначале. Вот. Будет все очень гармонично. Надеюсь, я вас не утомил своими краеведческими изысканиями, и вот вам жемчужина Тамбова. Усадьба фабриканта Асеева, построенная по проекту знаменитого архитектора Кекушева. Часы, которые только что пробили, мы были свидетелями этого, конечно, с историей, да еще с кафе, изготовленной еще в конце 19-го столетия, они прекрасно работают, показывают время, показывают дату. Когда-то они даже играли гимн «Боже, царя храни». Но гимн, конечно, в силу своего возраста они уже не исполняют. А вот в этой части кабинета... Это их и спасло. Михаил Васильевич
Как правило, мог просто почитать книгу, литературу, газету, где замечательное естественное освещение. Здание в советские годы использовалось и как детский дом, и как туберкулезный санаторий, потом еще, по-моему, кардиологический санаторий. И уже по логике лет 15 как должно было разваливаться. Но произошло волшебство. Кто-то обратил на усадьбу внимание, и теперь здесь музей, филиал Петергофа. А буфет какой. Ой. Может, здесь сегодня поужинаем? Здесь только чудом уцелевших оригинальных элементов декора и деталей интерьера. И, конечно, эти Асеевы, буржуи тамбовские, жили очень красиво. Можно бесконечно любоваться сочетанием роскоши и безупречного вкуса. Непонятно, куда же все это подевалось за 100 лет. Прошу любить и жаловать. Концертмейстер группы виолончели Тамбовского симфонического Михаил Юрьевич Кустов, патриарх виолончельной школы в регионе, пригласил меня провести творческую встречу со своими студентами Тамбовского музыкально-педагогического института имени Рахманинова. Че почем? 35,9. Повыше, да? Привет, я здоровый, коллега. Да, правильно, правильно. Вы здесь не были еще? Нет. Это здание достаточно старое, оно построено в 1903 году. Даже раньше, чем Асеевский. Здесь Рахманинов проводил инспекцию музыкального училища в 1909 году. Здесь закончил его Мержанов и потом поступил в Москву. Агапкин здесь отучился. Агапкин здесь, видите, вот автор. Это все местные достопримечательности. Ну-ка. Сниму. Благороднейший, очень живой и деятельный Михаил Юрьевич. Он и нашу встречу вел вместе со мной на пару. И как конферансье концерт на следующий день. Но об этом попозже. А концертный зал института божественно красив. И у него идеальная акустика. Очень жаль, что оркестр временно переселили туда, куда переселили. Вот в этот Державинский институт, а не сюда. Потому что здесь, конечно, было бы самое место для выступлений. А на репетиции... Напоминаю вам, что Михаил Юрьевич концертмейстер оркестра. Так вот, на репетиции он любезно уступил мне свое место. На серенаду Шуберта. Так что я выступал в нескольких амплуа. С оркестром как солист, в оркестре как оркестрант и в концерте Гайдна даже как дирижер. Значит, волков, как я говорил, в Тамбове осталось всего 2, поэтому отличного товарища мы нашли в лице Ромы и его жены Ирины. Так, маэстро с супругой и солист с незнакомкой будут играть сейчас в шляпу в месте, которое называется «Папа Карло». Рита, скажите что-нибудь. Это такое, значит, есть вода, когда с газом, она какая? Газированная, минеральная. Да, а это один. Минерал. Да. Нет, спасибо. Там этими не пахнет. Тамбовская народная забава. Ну-ка. Ну, не только Тамбовская. Монетка, пить, не пить. Так, новый дубль. А мы, я думал, надо ту, которая внизу, вот тот вариант. Не-не-не. Значит, внизу пить. О, теперь правильно. В день концерта для успеха необходимо погулять. Вот держите еще вам порция храмов, пляжей в шаговой доступности. В общем, Тамбов, еще раз повторю, уютнейшее место. Туда очень хочется вернуться. И я вам всем советую на выходные, если не были никогда, можно рвануть именно в Тамбов. Памятник феминизму. Так, казино, Древняя Русь и наша гримерочка на любой вкус. Михаил Юрьевич, как настрой? Боевой. Боевой. Самый боевой. Боевой. Сегодня будем играть гениально. Да, ну, праздничный день, фактически открытие сезона и с такими... Сколько не играли? Полгода? Изюминками. Как Борис Андрианов. Итак, все готовы к выступлению. Андрианов играет на виолончели Карло Бергонци и созданного в 1720 году.
Бергонси был любимый ученик Страдивари. Так что инструмент очень породистый. Он является собственностью музыкальной государственной коллекции по Москве и выдается выдающимся музыкантам, ну, как бы в такую творческую аренду. Времена Гайдна, это где-то конец 18 века, инструменты переделывались. Удлинялся гриф, делалась уже шейка, и врезались от этой шейки, врезалась. Если посмотреть на эти инструменты, здесь имеются следы врезки, головка врезана. Если вы хотите определить, подлинный это инструмент древний или же это не подлинный, то есть надо посмотреть, есть ли врезка. Здесь врезка имеется, я посмотрел. Вообще инструмент замечательный. Играет и руководит оркестром Борис Андреанов. Это практика того времени, потому что дирижер, как понятие, как профессия, появилась позднее, в начале 19 века, в творчестве Шпора, Мендельсона, а до того сам солист руководил оркестром. И сейчас мы посмотрим, как это получается. Интересная маленькая деталь про профессионализм всех, кто участвует в процессе репетиционном. Люди, отвечающие за звук и свет, очень долго сопротивлялись моей просьбе выключить некоторые лампы, которые страшно шумели. Я долго доказывал им, что очень важно, чтобы была тишина в зале. Все им уже кричали: «Выключите вы эти чертовы лампы!» Они выключили, и звук был идеальным. Мы победили. Но они прекрасно решили нам отомстить, потому что весь концерт в своем окошке, знаете, где сзади сидит звуковик и светоинженер, они весь концерт смотрели какой-то ютубчик примерно так же громко, как мы играли. Но слушали нас все равно больше. Так что 2-0. Так, гастрономические впечатления. Однозначно лучший кофе в отеле «Театральное». Мы даже купили с собой целую упаковку. И еще очень вкусное место называется «Миттерия». Вино, мясо, интерьер. И вот девушка поет очень хорошо, ненавязчиво. Хотя и противник живой музыки в ресторанах. Рекомендуем. Мне кажется, что мы попали в кадр. Все-таки есть что-то хорошее в том, что наши видеодневники выходят с большим опозданием. Можно взглянуть на пару месяцев назад, когда не было второй волны вируса, а в Тамбове стояла теплая погода. Обещаю всем, еще каких-то месяцев 5, и опять будет тепло в Тамбове, а чертов вирус отступит перед мировой медициной. Берегите себя. Продолжаем тренировку. Привет, Самара! То есть Саратов, то есть Волгоград, я крайне рад сегодня в вашем классном городе играть, я где только не был. Но самые красивые девушки в мире, честное слово, супер! У вас тут так красиво, море, мосты разводные. В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России. То есть Казань, то есть, конечно, Пенза, я хотел сказать, Москва, где ваши руки, я не слышу ваших голосов.